Угроза полномасштабных боевых действий на востоке Украины вынуждает мирное население бежать из региона в поисках безопасности. Многие уезжают на запад Украины и в соседние государства, кто-то едет в Россию. По официальным данным российской стороны, в РФ с территории Украины на сегодня прибыли более 700 тысяч человек. Около 20 тысяч сейчас находятся во временных центрах размещения. Бежавшие из Мариуполя рассказывают. 16 числа пришли к нам военные ДНР. Сказали, что у нас 5 минут на сбор. Ну, нам собираться особо было нечем. А в чем пришли туда, в том и поехали. Вот как-то вот так. Думаем получать гражданство, потому что, ну, как-то... Продолжать жить как-то. Да, строить новую жизнь, потому что там решили все. Власти Украины утверждают, что беженцев в Россию вывозят насильно и потом допрашивают, чтобы выяснить, кого они поддерживают. Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявляет, что насильственного перемещения беженцев нет. Люди, по ее словам, сами хотят укрыться именно в России. Массовые депортации, фильтрационные лагеря, постоянная попытка уничтожить всех, кто поддерживает национальную идею. Более 500 тысяч украинцев были перемещены насильно. Просто представьте, как это много, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем в России готовится ряд поправок, которые позволят передавать украинских детей-сирот в семьи российских граждан. По данным Минпросвещения РФ, из Украины прибыли 2000 детей-сирот. В Киеве заявляют, что такое усыновление станет нарушением прав ребенка и международного права.